Это мы в Потеряевке. Сегодня 7 августа. Пришел, тут вот трактор, я не знаю, марка его какая. Т-16. Ага, ну это не Беларусь, конечно. Вот видите, разобрали его, два брата барабаша. Вот брат Терентий и брат Еремия. Сами. Раньше МТС этим занималась, а сейчас все должен знать человек. И что-то там срезает ненужное. Своими силами. А вот их идет отец барабаш Игорь Александрович, староста деревни Потеряевка. Добрый день. Уже жалобу подали по школе. Подали. Времени, наверное. Ну, уже звонили, говорят, это, из района уже. Что так рано поторопились, а как? У нас уже три ученика, Илюша будет ходить. Может, еще что-то добудется. Хорошие вопросы ему задавали, батюшка там был. И теперь не комитет по образованию, а министр. Министр по образованию. Ну, беседовал с заместителем, что ли. Заниматься этими вопросами будут, да? А? Заниматься этими вопросами будут. Да, конечно. Завтра-послезавтра Роспотребнадзор говорит, вам не войти вроде в эти нормы-то. Окна не с той стороны. Не с той, да. Деревья, березы, это надо было убрать. Ну и перечисляют все. Туалет не такой, свет не такой. Ну, понятно, что что-то делается с нами. Да. Стой, не надо, поставить аппарат. Видите, как в деревне. Как все просто. Это не просто своя машина. Пошел в автосервис. Так, вчера я провез наших старейших жителей на шлюзе на первом, на втором. Знали, о чем молиться. А потом далеко туда увез, где березки, и там рассказал о новом потопе. Показал на практике. Все стоки, как течет. Вот так. Эх, как не хватает тут хорошей-то техники. Вот у меня была, кажется, мечта, нехорошее слово, не христианское. Ну, размышление. Если бы я стал миллионером как-то, первым делом купил бы Игорю Александровичу новый комбайн, самый современный. Как он мучается. Это все старье берет, собирает. И бывает, все станет и стоит на месте. Вот маленькая у него техника есть. То есть это мощный трактор. Этот вот мотает. Пеки сена. Даже свой как бы бульдозер работает, я не знаю. Вот так. Так, я хотел всех поблагодарить, кто участвовал, нам помогали. Кто-то сено возил, кто-то из леса Еремеева вывозил. Все закончили, отошли. Теперь только вот дождаться недели через полторы, щебень привезут на станцию, и тогда мы возьмем, тогда разгладим. Я не могу ее окончить, потому что нигде нету. Ни мамонтов, нигде щебня нету. И щебень мелкий. Надо крупный, а его, ну нету, это нету. Щебень нет. Как бы не для бетона. Да, для бетона это отличный. Ну еще сделаю. Что есть, этим обходимся. Сейчас предупредили всех электричество отключить, они валят деревья. Три дерева свалились. Он убирает провода. И валить так, чтобы маленько в сторону, он достает до кабеля. Дерево. Даже до кабеля достает? Да. Там не просто так. Он на своем приспособлении поднялся вверху и засыпил тянуть. Угу. Если бы хоть тракторенок какой-то был я бы. Я предложил, они отказались. А? Я предложил Сергею, говорит, не надо. А нет, надо, он не знает. Я скажу, чтобы пришли. Потому что ветер дует, парусность я большая. Трактор могу зацепить. Да, зацепить и туда. Тем более, ну натянуть-то, это же не руками тянуть-то. Что сравнивать-то? Ну я сейчас съезжу к ним. Вон они делают, я сейчас был там, пожалуйста. Вот это наш староста Игорь Барабаш, фермер.